Эфир своего ТВ продолжает программа «Актуальное интервью». Меня зовут Анна Поляруш. Здравствуйте. Сегодня я рада представить вам мою собеседницу. Это Светлана Калинская, директор, художественный руководитель Ставропольского государственного театра «Оперетты». Светлана Леонидовна, добрый день. Перед Новым годом все уже спешат подвести итоги 2021-го. Каким это был год для вашего коллектива? Расскажите. Ну, год был, я не могу сказать, что какой-то очень особенный год. 2021. Мы его очень все ждали. Знаете почему? Потому что 2020 год мы 9 месяцев не работали. Наконец-таки мы в конце декабря прошлого года начали работать. И когда нам уже разрешили как бы в первом квартале 2021 года работать, это для нас было, ну, неописуемой радостью, потому что и зритель соскучился за нами, и мы за зрителем. И, естественно, мы этот год старались наполнить как можно разнообразной своей работой для нашего зрителя и порадовать не только взрослых, но и детей. И самим было радостно, что мы наконец-таки вот приступили к тому выполнению плана работ, который мы наметили вот на 2021 год. Какие события вы считаете вот в этом уходящем уже году основными для своего коллектива? Что больше всего запомнилось? Ну, помимо того, что наконец-то вышли на работу после вынужденного такого отдыха. Ну, во-первых, мы сумели поставить 4 спектакля. Мы провели международный конкурс, фестиваль-конкурс «Иолова арфа», уже 3-й международный конкурс, который все очень ждали, но мы, правда, нигде не про... У нас не было, так скажем, просрочки в нумерации конкурса, потому что был в 19-м, через 2 года получается 21-й, и, слава богу, мы получили грант с некоммерческой организацией «Слово, искусство, музыка», которая находится в Пятигорске, и мы помогли провести очередной 3-й международный конкурс. Конкурс был он действительно запоминающийся, потому что в этом году было подано очень много заявок, как никогда. Было 128 заявок, и мы только смогли пригласить для участия в конкурсе 46 человек. И, естественно, было компетентное жюри во главе с народной артисткой Российской Федерации, солисткой Большого театра Зеленской. И само жюри было тоже компетентное, не буду сейчас называть все фамилии членов жюри. И победители были очень достойны, были очень хорошие голоса, были очень хорошие ребята, замечательные. Просто со многих уголков Российской Федерации, также из ближнего зарубежья, это и Армения, это Грузия, это Молдавия, это Белоруссия. То есть вот как бы нас эта молодежь очень порадовала. Это вот одно из таких запоминающихся событий. Плюс ко всему, в театре проходил в этом году еще международный конкурс юных пианистов имени Сафонова, который тоже проводится один раз в 2 года. Ну и, естественно, наши мероприятия – это было капитальное восстановление спектакля «Проделки Ханумы», который шел более 15 лет на сцене. Наконец-таки мы его обновили с новым составом артистов, с новыми декорациями, с новыми костюмами. Затем мы смогли порадовать наших ребятишек к 1 июня такой музыкальной сказкой, музыкальным дивертисментом, прошу прощения, музыкальный калейдоскоп. И была очень давно задумка все-таки вернуться к классике, поставить спектакль Имри Кальмана «Мистер Икс». Мы несколько лет вынашивали эту идею, и вот мы 12 ноября показали нашим зрителям замечательный, на мой взгляд, спектакль в новом прочтении, в классической манере этот спектакль с нашими молодыми артистами. Наш зритель увидел, но на сегодняшний день мы получили очень хорошие отзывы. И сейчас коллектив плотно работает над компанией «Новогодней». Идет постановка спектакля «Щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского. Вот, так скажем, вот такие вот события года, которые, наверное, действительно запомнились. Плюс ко всему мы еще сумели съездить в этом году на гастроли в город Ставрополь. Мы давно не были, более 10 лет мы не были в Ставрополе. Мы повезли 4 спектакля для детей и 3 взрослых спектакля. В общем, отзывы, ну, пока отзывы хорошие. Посмотрим, как зритель нас будет оценивать дальше.
Я так понимаю, гастрольная деятельность была ограничена из-за, вот, опять-таки, пандемии. Обычно вы больше путешествуете. Расскажите об этом. Ну, у нас обычно гастроли бывают в Сочи, бывают другие города. Но в Сочи мы тоже в этом году, я не сказала, мы в этом году в начале января были в Сочи по приглашению наших друзей, коллег Сочинского концертно-филармонического объединения в Большом театре. Ну, у них называется это «Зимний театр». Мы там проводили концерт с участием симфонического оркестра Сочинской филармонии и солистов театра «Опереты». Это уже традиция. Мы практически каждый год приглашаемся с нашими артистами для участия в каком-то мероприятии вот, города Сочи. Светлана Леонидовна, ну, насколько это возможно в рамках интервью, не посещая вот в данный момент театр, познакомьте нас, пожалуйста, со своим коллективом, как много людей у вас работает, сколько артистов, сколько человек работает вне сцены, чтобы шоу оно продолжалось. У нас работает большой коллектив, в общем-то. Если брать так все штатное расписание, то там больше 220 человек. Но в данный момент работает у нас 190 человек. И основной состав – это артисты-вокалисты, это артисты хора, балета, оркестра. Это порядка где-то 89 человек. А остальное – это обслуживающий, так скажем, персонал. Это люди, которых никто не видит. Ну, я не беру административные единицы. Это, понятно, администраторы, это бухгалтера, это какие-то технические есть у нас сотрудники. А так у нас ведь все для спектакля мы практически делаем в пределах в нашем театре. Это есть наши мастерские по изготовлению декораций, это мастерские по пошиву костюмов, это художники, которые расписывают, это бутафоры, которые делают весь реквизит, это наш невидимый фронт, это наши специалисты по световым всем эффектам, это наши машинисты сцены, которые быстро умеют менять декорации во время спектаклей на затемненном фоне. В общем, творческого состава меньше, чем обслуживающего в этом плане. И вот насколько... Это парикмахерские цеха. Вот насколько я поняла, над созданием оперы, оперетты обычно работает даже больше людей, чем над созданием спектакля. Так ли это? И вот у вас есть какие-то вот еще особенные специалисты? Практически, расскажите. Конечно, работает весь коллектив. Вот, допустим, приступаем мы к какому-то спектаклю. Прежде чем приступить, мы или приглашаем художника, с чего мы начинаем, или у нас есть свой художник, главный художник театра. Материал, который мы подбираем, утверждаем на художественном совете, отдается художнику, который вместе с режиссером сначала оговаривает все детали декораций, а затем художник предлагает эскизы декораций, эскизы костюмов, которые утверждаются также на художественном совете. И только тогда команда, которая утверждается приказом директора, приступает к постановке спектакля. Это режиссер, это дирижер, это хормейстер, это балетмейстер, потому что у нас вот все это задействовано в каждом спектакле. Они, естественно, прежде чем приступить с артистами работать, они разрабатывают свою концепцию данного спектакля, они все просчитывают, они все картины обговаривают. При этом присутствует всегда концертмейстер, который помогает музыкально понимать то или иное действие спектакля. И только после этого начинается работа с актерским составом. Естественно, что у каждого есть свое задание, каждый репетирует, хор отдельно репетирует, балет отдельно, режиссер отдельно, оркестр делает корректуру музыкального материала отдельно. И только на каком-то этапе, когда уже вот выходят на прямую финишную, все это вместе собирается на сцене и начинаем выстраивать под декорации, под цвет. Это вот такой творческий, плодотворный труд, потому что бывает, режиссер смотрит и говорит, не нравится мне эта декорация, не так она висит. А вот вроде на эскизе было так, а вот сейчас это не так. Надо в срочном порядке это переделать.
Да, бывают такие случаи, когда надо в срочном порядке переделать. Или смотрим на костюм, который, в котором вышла актриса, а он где-то, ну вот, вот не то, что нам бы хотелось. То же самое. Команда начинает думать, как это быстро все решить так, чтобы это было все в идеале. То есть вот такой процесс, он не очень маленький, но... А сколько же времени обычно занимает постановка премьеры? Сколько готовится? Приблизительно 3 месяца. У нас больше нету времени на это. Год всего 12 месяцев, если выбросить 1 месяц отпуска. Это 11 месяцев. За 11 месяцев надо поставить 2 больших полотна двухактовых и 2 детских спектакля одноактовых. Поэтому времени совсем-совсем мало. Практически все время идет работа со зрителем. Это показ наших спектаклей. И одновременно с утра... Там до обеда или если нет спектакля, то в течение дня идут репетиции какого-то нового произведения. Помимо этого у нас есть концертная деятельность, мы еще работаем над какими-то концертами. Подскажите, насколько мне известно, периодически вы проводите некие концерты, мероприятия или участвуете в других мероприятиях, что состоится в рамках нацпроекта «Культура». Так ли это? И, может, подробнее расскажете? Да. Мы участвуем с 2017 года в проекте партии «Единая Россия» «Культура малой родины». Мы практически уже вот 5 лет получаем субсидии, причем это на самом деле очень большое подспорье для нашего театра, потому что мы вот имеем возможность выпускать такие вот большие полотна спектаклей классического репертуара, где требуется больших затрат и финансовых в том числе. Мало того, что это труд людей, ресурсы людские, еще есть вот финансовые затраты, потому что в каждом спектакле, я уже говорила, участвует хор, балет и персонажи, а их надо одеть. А бывает, что перемена, значит, это бывает и по 2 костюма. То есть это очень по времени еще затратно, поэтому больше спектаклей, когда говорят, что что-то мало вы спектаклей выпускаете, мы больше не можем физически их выпускать. Ну и, конечно, вот эта программа, в которой мы уже 5 лет, она очень серьезно нам помогла. Не только в выпуске вот таких дорогих, больших спектаклей, мы еще и могли поставить, приобретя материал непосредственно у композитора, допустим, того же Геннадия Гладкова, Алексея Рыбникова. Мы детские спектакли приобретали для того, чтобы, ну, право на их постановку, а это тоже финансовые затраты. У нас есть в репертуаре и спектакль «Приключения Буратино», и есть спектакль «Бременские музыканты», которые мы очень давно хотели иметь в репертуаре, но у нас не было возможности приобретать такой дорогостоящий вот музыкальный материал. Сейчас мы это уже имеем. Плюс ко всему, эта программа нам позволила приобрести некоторые музыкальные инструменты. Мы приобрели, очень давно хотели, мы приобрели в том же 2017 году концертный рояль, для малый концертный рояль, который стоит у нас в нашем большом фойе. И используется он только для музыкальных гостиных, мы об этом с вами, наверное, поговорим, что это за форма работы. Мы могли звуковое оборудование приобрести, мы световое оборудование, не полностью, конечно, оснащены так, как хотелось бы, но тем не менее, за последние 5 лет у нас есть вот какие-то подвижки в этом плане. Ну, а если говорить вот прямо уже конкретно о нацпроекте, то вот я вам уже говорила, что мы провели международный конкурс «Иолова арфа», вот он был чисто по программе вот этого нацпроекта. Я читала, что не так давно вы приезжали в Ставрополь, ваши артисты. У нас в театре драмы имени Лермонтова состоялся смотр-конкурс артистов профессиональных театров Ставропольского края «Мы молодые». Расскажите о самом конкурсе и показали, как себя ваши артисты. Вот, поэтому мы послали тех, ну, кто как бы по возрасту подходил и кто изъявил желание. Поехали 6 человек от нашего коллектива. А возраст какой? Ну, если... Возраст какой? Ограничение верхнее? Там до 40 лет. До 40 лет. Угу. Вот. И мы представили солистов нашего театра, и в том числе солистка балета. Была, ну, если вы читали, то вы, наверное, знаете, что 2-е место в этом конкурсе занял наш вокалист. Он уже имеет 2 премии в международных конкурсах. Это Никита Рыкунов.
приз, специальный приз Союза театральных деятелей «Пятигорский соловей» получил наш Рустам Вайдман. И приз зрительских симпатий получила наша вот балерина Александра Балабанова. Но остальные получили призы. Я считаю, что это все правильно. Это для ребят тоже очень много значит. Они поехали, себя показали на другой сцене. Молодежи Ставрополья. Я знаю, что в зале было очень много молодых ребят. И это всегда радует, когда мы можем показать свое творчество на другой сцене. Тем более я хочу сказать, что ребята вот к этому конкурсу практически готовились самостоятельно. И я знаю отзывы, и не только отзывы зрителей, но я разговаривала с некоторыми вот своими коллегами, и они мне сказали, что очень достойно они выступили на сцене Ставропольского театра драмы. Вы отметили, что молодежи в этот раз было много среди зрителей, а обычно молодежь редко ходит в оперетту? Нет, не могу сказать, что редко. Сейчас молодежь-то стала ходить активнее. Давайте тогда сразу поговорим уже и о этом проекте, который называется «Пушкинская карта». Что, учитывая, что мы сейчас имеем такую возможность приглашать не только там в театре, мы знаем, что «Пушкинская карта» сегодня доступна молодым людям от 14 до 22 лет, и все, кто ее получил, они могут посетить и театр, и филармонию, и наши замечательные музеи. Вот. И вот в связи с тем, что с сентября месяца мы уже работаем по этой программе, наш театр посетила 4053 человека. Вот за это время, за короткие там 4 месяца. Да, может быть, это недостаточно. Но это вместе с тем, что мы и выезжали, показывая свои какие-то небольшие программы часовые. Мы были и в педагогическом университете, мы были и в колледже торговли и сервиса. И в основном у нас сегодня одобрено экспертами Пушкинской карты более 22 мероприятий. И это все находится на портале «Культура ПРО». То есть любой молодой человек может посмотреть, что мы предлагаем по Пушкинской карте. И также войти на наш сайт и купить себе билет по цене, какой он увидит и по какой он захочет. Именно на те спектакли, где стоит у нас значок «Пушкинская карта». Вы знаете, есть дети, которые на самом деле раньше не были в театре. Есть такие, они признаются и говорят, как много было потеряно, вот мы не знали, что вот можно. А сейчас у нас вот открылись такие возможности. И они нам пишут в нашем альбоме благодарности. И даже наши операторы иногда снимают их на видеоролики для того, чтобы показать, вот как они отзываются о том или ином мероприятии, которое посетили в нашем театре. Светлана Леонидовна, давайте тогда расскажем тем, кто еще не сталкивался нигде с Пушкинской картой, где ее можно получить молодым людям, и приобретая билет в театр, они что-то доплачивают или полностью все деньги с Пушкинской карты идут? Как это работает? Значит, Пушкинскую карту, я думаю, что практически уже это все знают, что Пушкинскую карту можно сегодня войти молодому человеку, имеющему паспорт с 14 лет, на портал Госуслуги 26 и очень быстро получить, введя свои данные, получить эту карту. Ее также можно, это будет карта в телефоне. Получается, да, и никаких доплат они не производят. Вот есть на Пушкинской карте в этом году, во всяком случае, с сентября до декабря было 3000 рублей. Я считаю, что в наш театр на 3000 рублей можно сходить 5-6 раз только в театр. Но они же еще могут параллельно пойти в музей. В музее намного билеты дешевле, где-то даже 2,5 раза. Если у нас там от 300 до 500 рублей, то там немножко дешевле. То есть они могут спокойно, каждый человек, вот за эти 4 месяца он мог несколько раз побывать и в театре, и в музее. Что касается следующего года, 2022, то с января месяца уже на карте каждого молодого человека будет 5000 рублей, которые они также могут использовать, куда они хотят пойти. Насколько я знаю, по-моему, сейчас еще добавятся и кинотеатры. Не было в распоряжении по кинотеатрам, теперь как будто бы добавили и кинотеатры. Значит, они еще смогут и в кино пойти. Так что милости просим войти на портал, посмотреть, и на нашем сайте увидеть, что мы предлагаем конкретно,
уже на январь месяц, там на февраль месяц, это все уже есть у нас. Так что мы очень будем рады, если наша молодежь, которая захочет посетить театр. Светлана Леонидовна, у вас в репертуаре отдельно указаны спектакли, детские сказки и музыкальная гостиная. Что это такое вообще за формат? Расскажите тем, кто не был, возможно, еще в театре оперетты. Мы знаем, что такие тоже есть у нас. Ну вот тоже, зрители. Понимаете, я уже говорила о том, что мы приобрели малый концертный рояль специально для того, чтобы проводить такие небольшие мероприятия в нашем фойе. У нас нет малого зала, так скажем, да? У многих театров есть там большой зал, есть малый зал. У нас нет малого зала, и мы для вот таких концертов занимаем наше большое фойе театра, где стоит этот рояль. И под этот рояль наши артисты делают программы. Причем артисты, вот должна сказать, артисты предлагают темы этих мероприятий самостоятельно. У нас там есть и классика, это значит опера, оперетта, у нас есть о кино программы, у нас есть о русском романсе, у нас есть о русской народной песне, у нас есть такая программа, как «Земную жизнь, пройдя наполовину», это о Пушкине и Лермонтове. Это чисто программа, которую придумали в театре, совместное, так скажем, творчество. Нам очень хотелось бы донести до нашего молодого зрителя, и не только молодого, вот, что было бы, если бы встретились Пушкин и Лермонтов, они, насколько мы понимаем, по истории они никогда не встречались. А вот что было бы, если бы они встретились? И вот это что было бы, мы показали нашим зрителям. Этой программе уже где-то года три, и она востребована. Она действительно очень хорошо проходит и очень внимательно слушают. Вот. И наш зритель, вы знаете, там больше 100 человек мы не принимаем на эту программу. Но даже эти 100 человек, которые послушали, допустим, итальянскую музыку, испанскую музыку, им рассказали по ходу исполнения музыкальных произведений, рассказали, какой композитор в какое время что писал, как он писал, с какими-то конкретными примерами на слайдах. То же самое о наших романсах, там, русских романсах, или о нашей русской песне, о которой можно говорить бесконечно. То есть вот такие программы, они сегодня вот как бы прижились, и мы им дали вот старт в 2017 году, и на следующий год у нас есть уже в планах новые программы, потому что их нужно обновлять, человеку хочется что-то смотреть новенькое, мы привлекаем и других артистов, не обязательно те, которые там работали в одной программе или в другой. Практически весь коллектив занят и в этих программах тоже. Такая малая, своеобразная малая форма работы. Музыкальная гостиная, одним словом. А что еще у вас в планах на наступающий 2020 год? Ну, дай бог, чтобы этот год был для нас удачным. У нас в планах очень много. Это постановка 4 спектаклей. В том числе это спектакль такой, как «Наконец-таки мы к нему пришли». Спектакль «Свадьба в Малиновке». Спектакль, который поставлен был здесь в год открытия нашего театра в 1939 году. Музыка Бориса Александрова. Все его знают. Этот спектакль на слуху, потому что был замечательный фильм с участием замечательных артистов, которые играли в этом фильме. И мы с гордостью говорим о том, что в фильме, сыграв роль Папандополы нашим замечательным народным артистом Водяным, который начинал работать в театре города Пятигорска. Вот. И вот наконец-таки мы пришли к тому, что мы решили поставить в первом полугодии спектакль «Свадьба в Малиновке». Затем у нас в планах поставить спектакль осенью, это «Собака на сене». Мы его планировали, честно говоря, в этом году, но у нас не было музыкального материала. Всегда с этим бывают какие-то сложности, но наконец-таки мы все это теперь имеем. И музыкальный материал, и либретто у нас есть. Вот, можем работать. И два детских спектакля. Сейчас мы ведем переговоры опять с композиторами для того, чтобы поставить один детский спектакль. Это «Волк и семеро козлят» для самой маленькой, так скажем, публики. И новогодний в следующем году планируется
спектакль – это 12 месяцев. Мы с вами ранее как-то говорили о том, что у нас есть несколько сказок в репертуаре, которые написаны нашей творческой группой. Это берется сказка русская народная, там, или, я не знаю, может быть, сказки братьев Гримм, и по ним пишется либретто. Не то, что где-то уже написано кем-то и музыка каким-то композитором, а вот именно нашими, значит, нашей творческой группой. Это режиссер, это наш дирижер, который замечательно пишет музыку к детским спектаклям. И вот потом мы этот материал обсуждаем на художественном совете. Если все принимаем, значит, мы выпускаем это в свет. И наша постановочная группа делает по этому материалу сказку. Спасибо большое. Мне остается только пожелать, чтобы все ваши планы осуществились, и зрителей было действительно много-много-много на каждом из спектаклей. А нашим зрителям напомню, что смотрели вы программу «Актуальное интервью». Мы сегодня общались со Светланой Калинской, директором и художественным руководителем Ставропольского государственного театра «Оперетты». Меня зовут Анна Поляров. Увидимся на своем.